я буду испытывать перегрузки. 7G, как в космос улетаешь. Можно рвать ее сколько угодно. Сколько мы выжмем сейчас из этого аппарата? Мы сейчас поедем на оффроуд. Сейчас я им делаю. Привет, с вами Велсаком. Что это такое-то вообще? Что это? Это Lamborghini Urus. Красивое вино за это. Она реально как автомат Калашникова, как оружие. Она же даже пахнет вчерашними выстрелами маслом. На самом деле круто. Давай, садись. Праздник. И это RSV Moscow, где сегодня будет презентация самой мощной и самой сильной. Вот она уже подъезжает. Это Lamborghini Urus. Мне обещали дать прокатиться, посмотреть, что это за автомобиль, как он рулится, управляется. Вообще, это первая моя поездка будет на Lamborghini. Сколько мы выжмем сейчас из этого аппарата? И чтобы мне понять, все-таки купить либо нет, мы позвали самого главного распаковщика нашей страны, вы его все знаете, Валентина Вилсакома. Привет, с вами Вилсаком. Я нахожусь на Moscow Raceway не просто так. Привет, меня Андрей зовут. Да, Валентин, очень приятно. Ну что, как? Все погода отлично. Хорошая. Вообще супер вообще просто. Вообще нарядно. Желтенький, как положено. Объективно. Она симпатичная, вот так. Не, она удобная. Вот эти ручки от Тигуана, мне становится прям больно. Серьезно? От Теслы хотя бы. Что это? Я понимаю, что там двигатель, подвеска. Там ваших доводчиков нету, приходится хлопать дерьмину. Но доводчики пожалели, конечно, денег. Зажопились. Это же как бы суперкар в любом случае, правильно? Да. Поэтому ты должен страдать. Хорошо, что климат есть уже. И музыка за 800 тысяч, уже тоже плюс. Это все да. Остальное как бы баловство, я так... Нет, так-то... Садись. Что это такое-то вообще? Вот такой часто встречается. Uh-huh. А вот именно чтобы тебе 3D. Причем знаешь, что нравится? Реально не пожалели денег и сделали так, чтобы оно не тормозило. То есть знаешь, вот этим грешат там Land Rover тот же, они в Velar воткнули вот эти экраны, тормозят, глючат, все плохо. Здесь. Здесь на самом деле места много. Смотри, даже для пассажиров вообще классно. Нет, для тебя-то много, вот сзади стало совсем больно. Да, ну, вообще не сесть. Да. Не, выглядит очень хорошо. Выглядит вот именно... То есть дизайн злобный, но не отвратительный. Да вообще, реально, два чемодана. Сколько стрелянных уток сюда уберется? 171. Вторая не О! Вязает. Вот так вот. Надо какой-нибудь купить себе этот. На память, да? На память, конечно. Хоть радиоуправляемую машинку, там еще что-то. 16. Да не, спасибо. А то мало ли, она развалится на фильме. А, вот это 36. 36. Вот это. Вот, в принципе, за 36 тысяч ты можешь купить себе Солярис. Просто тормозишь любого в Москве. Кидаешь ему 36 тысяч. И забираешь, да? Никогда мы не представляли себе, что спорткар может быть в кузове кроссовера, да, и кроссовера в кузове спорткар. Собственно, вот он перед нами. Я на 100% уверен, что вы сегодня будете под впечатлением. Итак, те цифры, которые делают этот автомобиль лидером в классе SUV на сегодняшний момент. 3,6 до 100, 0,200, 12,8, максимальная скорость 305 км в час и замедление, внимательно. От 100 до 0 33,7 метра. Когда вы будете ехать по прямой, у вас будет достаточно высокая скорость. Обратите внимание, что автомобиль сделан, как и все Lamborghini, сделан не подстраиваться под ветер, а его резать. Везде проложены воздуховоды, да, и, собственно, которые прижимают автомобиль
с покрытием. Траектория автомобиля вашего должна, собственно, совпадать с инструкторской траекторией. Поэтому мы вам поставили подсказки в виде компасов на входе, вершине и на выходе. Один из неприятных поворотов для гонщиков – это, конечно, поворот с доворотом. Тогда, когда нельзя сделать прямую линию, да, когда ты затормозил, и тебе надо вот этот ловить угол, чтобы попасть сюда вот к апексу, который смещен вперед. Ваш индикатор того, как вы едете, это, конечно же, пареблик на выходе. Если вы выезжаете здесь, это ошибка. Если вы выезжаете в середину, значит, соответственно, это уже четверка с плюсом. Если вы выехали к концу поребрика, значит, у вас хорошая траектория, значит, вы от вершины начинаете разгоняться очень быстро и рано. Естественно, первое, что регулирую, это удаленность подушки вот педального узла. Значит, я регулирую таким образом. Левая нога всегда на упоре для левой ноги стоит. Да? А дальше я начинаю двигать подушку сидения. И двигаю ее до того момента, чтобы у меня между задней поверхностью бедра и подушкой сидения умещалась ладонь. Правая нога прямой стопой нажимает на педаль тормоза. И не отрывая пятку от пола, переносится на газ. Руль я вам советую выносить как можно ближе на себя. Когда вы смотрите вперед, вы периферическим зрением все равно видите свои руки и руль. Ну и теперь спинка. Все очень просто. Ставим с крестным хватом руки на боковые секторы, большие пальцы внутри рулевого колеса. И, собственно, смотрим. Если у меня при этом положении спина отрывается от сиденья, значит, я сижу неправильно. И вообще, если честно, мне эти машины до последнего момента не нравились. Бедро с гайками. Красивое вино, знаете. Ну. Такое скромное уточнение. Пока не выпустили вот этот... Дорогие друзья, давайте проверим радиосвязь. Вы можете запускать двигатель уже. Вот видите, я запускаю, ты открываешь вот эту вот штуку. И я нажимаю, это сейчас произойдет! Вау! Я ничего не умею делать. Рацию поближе себе воткни, чтобы... Поворотничек. Мне пофиг на эту машину, самое главное не отстать. Мы не сдадимся ни за что. Активируем режим курса. Сколько мы выжмем сейчас из этого аппарата? Слабаки. Слабаки. Все, короче, кайф закончился, ребята. Мягко очень переключается, вообще классно. Прямо обыкновенный автомобиль. На самом деле круто. Вы знаете, когда первое впечатление, когда ты ни разу этого не испытывал, не ездил на Ламборгини, не ездил по спортивному треку, и тут тебе дали это все, тем более не на своей машине, можно рвать ее сколько угодно. Вообще потрясающие эмоции. Теперь можно, кстати, забрать предоплату от машины и валить отсюда побыстрее. Съев хамон и выпив кофе. Рома, тебе большое спасибо. Спасибо тебе. Мне понравилось. Ты как бы едешь и понимаешь, что вот оно, вот это хорошо, остальное все не то. Вот после Уроса я даже не знаю, как в Ауди садиться. 214 я зафиксировал. Да, нет, просто я помню, я тебе говорю, на GTS здесь было. Ну прям это 200 такой, типа страх. А здесь не страшно. Легко. Да, вот это ощущение, что не страшно. Ты едешь, ты понимаешь, что ты сидишь в СУВе и все. Сейчас поедем на оффроуд и посмотрим, как этот автомобиль будет рулиться на скользкой дороге. Они сымитировали лед и снег путем гравики. Полный газ. Ага. Максимальный кроссовок. Чувствуешь себя, отпускай, выравнивай и опять надо дожимать. То есть смотри,
на максимум, чувствуешь, несет, отпускаешь, выравниваешь и опять дожимаешь. Сейчас я им делаю. Какая скорость? Нас, который выставляет. Прижимается, передний разгружается. Передним колесом легче проскользить вперед, чем повернуть автомобиль. Если честно, охренеть как понравилось. Ну что реально должно впечатлить человека? Впечатлить? Сейчас мы заедем с вами в туннель, так. Откроем окна, включим режим Корса. И пахнем с места. Да. Также вы спросили, да, чем можно поразить. Я считаю, то, что в техническом плане в этом автомобиле весь арсенал используется. Но механический, у меня же всего дифференциал. Это первое, который не перегревается никогда. А второе, полноуправляемое шасси, задние колеса поворачивают. Либо в противофазе, либо в ту же сторону, куда передний, в зависимости от скорости. Активные стабилизаторы поперечной устойчивости, в разрыве которых стоит электромотор с планетарной передачей, как у лебедок, да? То есть совокупность всех этих технических решений, она, я считаю, уникальна. Ну плюс мотор самый мощный среди всех. Андрей, Артур, пожалуйста, пойдемте со мной, да, квартал вас ожидает. Я даже больше, чем трек, ну, потому что трек это как бы ожидаемо, что она там хорошо едет, все. А то, что на такой машине можно по гравию угорать. Полагайте, приятного заезда. Спасибо. По технике это обе версии перформанта, вот. На какую присядете, я думаю, выберите сами. Она реально как автомат Калашникова, как оружие, она же даже пахнет вчерашними выстрелами, маслом. Просто по-другому. Цвет такой оружейный, хайки, военный, наш. Давай, садись. Тут такое эхо, во-первых, она широкая. Блин, она реально широкая. И низкая. Смотришь, как в танке. Девятый, готовы? Да, да, да. Отлично. Сейчас поедем. Она реально крутая. Ребята, это круто. Это круто. Это как стрелять всю дорогу по тарелкам и попадать. И ни разу не промазать. Смотрите, что там происходит. Здесь накачивают пневмо спортивную машину сумасшедшую. Нам пообещали взлет в космос, куча перегрузок. Мы сейчас поедем на какой-то гоночный автомобиль. Победитель всевозможных соревнований будет вести ее. Я буду испытывать перегрузки 7G, как в космос улетаешь. Волноваться я не волнуюсь, я чувствую, что я правильно все делаю. Если вам вдруг стало плохо, если хорошо, говорите, ага, показывайте МЗС на ТПМ. Если все нормально, то показывайте окей. Окей. Готово? Ready, go! Это прогревочный круг! We'll be right back.
О, май гуд. Да, это реально круто. Че, он больной. Не, он такой чисто, просто пилот. Он разгоняется прямо в стену, он, знаешь, он сбил, короче, все, что можно сбить. Да? Фишечки. Он вообще, блин, руки отпустил, едет, такую руку высунул, типа ветерок обдувает. Так, я понял. Это пневматический пистолет. Ага. Мишени тоже тут есть. Ага. Есть. Класс. Вот. Будем практиковаться. Да, да. Слушай, огромное спасибо. Курс впечатлил, потому что... Ну, как бы было понятно, что это Lamborghini, что она должна хорошо ехать, но меня даже покорил не столько трек, сколько гравий. Действительно, автомобиль на каждый день. Сил поехал. Поэтому, если у вас есть 18 миллионов, там, плюс-минус, то я бы брал... Лучше плюс. Да, лучше плюс, наверное, да, потому что еще бы хорошо там каска какую-нибудь завернуть. На ней можно ехать как на трек, так и на рыбалку, либо на охоту. Значит, ствол должен ехать на пассажирском сиденье рядом. По красоте, да? А утки... тоже желательно итальянский, потому что итальянцы на самом деле профессионалы именно в производстве оружия. Все, к чему бы ни прикоснулись итальянцы, это, конечно, начиная от пасты и гильзы, тоже становится просто великолепно. Было очень круто, прям сегодня что, четверг? Редкий четверг, который проходит так. Быстрый четверг. Хороший. Начало четверга хорошее. Еще наш он завершился так же бодро и будет вообще классно. Каждую неделю бы так. Ну все, спасибо.